обещали показать тачки до 100 тысяч рублей, чтобы на них было комфортно ездить и минимум вложений. Итак, вот она. Это мы взяли тачку до 100 тысяч рублей. Ну, точнее, прям только-только вложились в этот бюджет. Это Toyota Corina E93 года. Объем двигателя 1,6 литра, 107 лошадиных сил. Так. Сейчас покажу вам его. Ну, ничего обычного. Обычная шестнарь идет, как бы, да. Ну, масляных потеков особых нету. Так, грязь, потому что надо прокладку между штанами и этим блоком заменить. Так. Дальше. Что мне больше всего понравилось, это... Покажу вам его. Багажник достаточно большой. Ну, спокойно влазит детская коляска, да, еще что-то сверху можно накидать. Также салон. Можно похвастаться салоном своим большим. С моим ростом 185 сантиметров я спокойно сажусь за собой. И у меня еще вот такое количество места, да, подлокотничек. Ну, в принципе, что еще нужно для счастья, да? 100 тысяч рублей. Ну, конечно, видел проект Жорика там, кто брали Мерседесы 600-ки. Но они-то уже были ушатаны, да? А здесь вы берете машину, то есть, которая отличается своей надежностью, да, все-таки Toyota, и также вместительностью. Что сейчас возьмешь за 100 тысяч? Четырку 7-го года, да, который будет уже ржавые пороги, да, уже полностью ушатаны. Ну, вот такая вот машина, я думаю, достойный вариант. Если ты считаешь, что это достойный вариант за 100 тысяч, то ставь лайк. Если это дорого для нее, то дизлайк. Спасибо за